Шымкенте пациентам с переломами конечностей и различными травмами теперь легче попасть в стационар. Центр амбулаторной хирургии, травматологии и гинекологии объединились с клинической больницей города. И на ее базе будут оказывать все консультативно-диагностические услуги. В случае необходимости пострадавших сразу направят на стационарное лечение. Подробности у наших корреспондентов. Абдумалик Хабимов – пациент консультативно-диагностического центра. Попал сюда с травмой ноги. Поранился дома. Признается, обслуживанием остался доволен. И врачи квалифицированы, и все условия для посетителей созданы. У меня были две операции на ногу. Вот, еще в ЦАХе это делали. Врач сделали все хорошо, удачно. Сегодня как бы уже швы сняли. Надеемся на лучшее. Весь медицинский персонал бывшего центра амбулаторной хирургии теперь трудится в клинической больнице номер один. Все 200 человек получили работу на новом месте и уже принимают пациентов. Эксперты уверены, объединение двух лечебных учреждений позволит повысить качество обслуживания населения. Сам процесс перевода данного учреждения, он актуален. На сегодняшний день здравоохранение не только нашего города и области, и всех регионов Казахстана стоит за моментом оптимизации здравоохранения. Сюда будут приходить люди, консультироваться, также по экстренным показаниям обращаться. А доступность здесь очень простая. Улучшены условия и для самих врачей. Налажено взаимодействие между структурами. Ежедневно в клиническую больницу обращаются около 250 человек. И в среднем от 70 до 90 из них дальше попадают в стационар. Медучреждение оснащено самым современным оборудованием. Здесь же проводятся такие сложнейшие операции, как трансплантация печени и почек. Ахырки Абдуалиева, Нурбек Байбосын, Нурмахан Мусатов, Шымкент, Хабар 24.